Я с Гарри познакомился по совету моего коллеги на работе, который также вместе с Гарри несколько сделок уже завершил, и он остался очень доволен результатом. Поэтому, когда мой коллега услышал мои переживания о приобретении жилья, он сразу сказал: «Алекс, я могу тебе порекомендовать замечательного агента, который действительно может помочь в очень тяжелых ситуациях, ну, почти такой, какой именно была у меня». Поэтому Гарри именно получил, скажем так, возможность приобрести для меня дом через моего знакомого на работе. Гарри пришлось помогать мне в приобретении этого дома, идя по очень сложному пути, потому что каждый шаг, каждый степ в приобретении этого таунхауса был обусловлен большим количеством трудностей, больших проблем. Это, во-первых, мы приехали в Штаты буквально 2,5 года назад. Всего лишь 2,5 года назад мы приехали с семьей из 4 человек, и у нас было только 8 сумок. Все, у нас больше ничего не было. А второе, у нас, естественно, очень низкий кредит-скор, у нас маленький рейтинг, у нас мало средств для оборота, для приобретения жилья. И вот каждый из этих шагов, Гарри был рядом, он советовал, подсказывал, говорил, как лучше сделать. Мы с ним выстроили дорожную карту по приобретению недвижимости и шаг за шагом двигались к его приобретению. С Гарри мне больше всего понравилось работать в том плане, что мы всегда были на связи. Потому что когда у нас появлялся какой-то интересный вариант или вопрос, всегда можно было позвонить Гарри, чтобы получить консультацию, стоит это нашего внимания или не стоит это нашего внимания. Когда мы вступили уже непосредственно в сделку, когда мы начали вопрос решения офферов, поиска лона, Гарри всегда пытался, независимо от обстоятельств, трезво размышлять, потому что у меня, естественно, голова плыла от ожиданий, от, наоборот, паника появлялась, когда я попадал в какие-то сложные ситуации, думал, что все закончится, все завершится, у меня будет неудача. Гарри всегда мне по телефону уже как, просто не только как риэлтор, а как психолог, как друг успокаивал. Он говорит: ну зачем ты нервничаешь, почему ты переживаешь, что-то случилось? Ну ведь ничего не случилось. И вот шаг за шагом мы двигались на протяжении этого времени, этой сделки, и каждый раз по телефону можно было с Гарри решить вопрос. И следующий очень важный для меня лично шаг со стороны Гарри ко мне, это то, что он был готов помогать даже в сопутствующих вопросах, не конкретно касательно сделки. Мне нужна была его помощь как в качестве переводчика, потому что мой английский еще очень-очень слабый, и многие вещи я не воспринимаю. И я тогда сразу же звонил Гарри, и Гарри уже, казалось бы, даже напрямую не касающиеся вопросы, он все равно решал, подсказывал, переводил, участвовал в дискуссиях, и это нам очень помогало. Думая о том, рекомендую ли я Гарри своим друзьям, знакомым и вам, зрители, конечно же, да, но я хотел бы прежде всего вас предупредить о том, что Гарри – это профессионал, профессионал, который нацелен на достижение цели. Поэтому если вам нужен дом, и вы видите, что у вас безнадежная ситуация, не поленитесь позвонить Гарри и уточнить, прежде всего, насколько у вас безнадежная ситуация, потому что именно, возможно, у вас есть этот шанс, возможность приобретения. Даже если вам все говорят вокруг «нет», позвоните Гарри и спросите прежде всего его.